5, 6, 7, 8. Добавляем код. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вариации. Первое, это расстояние. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Либо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть расстояние либо длина шагов. Номер два, скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть скорость шагов мы можем отличаться. Уровень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Каждый наш шагов мы можем идти либо вниз, либо вверх. Направление. Любой из наших шагов, не только шесточки, мы можем изменять его направление. То есть начинать не всегда вперед, а мы можем начинать диагонально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это применимо в танце, в том числе уже сейчас мы можем это делать. Ушли вперед в сторону, ушли в сторону. Да? То есть, это уже одна из вариаций на простых базовых шагах. Если вы владеете уже более сложными шагами, то если вы примените технику, ну, результат будет вообще шикарный. Окей?